Вот уже несколько лет, под Новый год, воспитанники Академии музыки театра Star School оказываются в какой-нибудь удивительной и волшебной стране стараниями волшебников-педагогов и приглашают с собой других детишек, а также их родителей, кто не прочь за компанию с чадами прогуляться в детство. В канун прошлого Нового года состоялась премьера мюзикла «Золотой ключик Буратино» композитора Маргариты Рамко. А в этом году ее же мюзикл «Приключения Алисы в стране чудес». Всеми любимая сказка, придуманная математиком и логиком Льюисом Кэрроллом 150 лет назад. Детей и взрослых есть страна, где все возможно. О ней в газетах не прочесть, но побывать там можно. Реальность иногда скучна, в ней все однообразно. Но есть волшебная страна, она мечтами создана, где жизнь всегда прекрасна. Простите, я вас не хотела обидеть. К слову сказать, в обеих сказках завуалирован совсем иной, чем детский, смысл. В «Алисе» в абсурдной форме изложены основы мироздания. А знают ли об этом взрослые? Так, в «Стране чудес» Алиса то увеличивается до огромных размеров, то уменьшается. И это иллюстрация расширения и уменьшения Вселенной. А «Черный король», который снится Алисе, которая в это же самое время снится королю, теория бесконечно убывающей математической последовательности. И так через всю сказку. Сплошные скрытые научные теории, включая теорию об иных измерениях и относительности Эйнштейна. Ах, какая была умная эта девочка, реальная Алиса! Девочка чудесная! Маленькие зрители нового мюзикла узнали таким образом массу интересного и про нору, и про буквы, и про улыбку чеширского кота, и про время, обиженное и текущее вспять. В прошлом году мы посмотрели мюзикл «Буратино», а в этот раз «Алиса в стране чудес». Почему выбор пал именно на Алису? Мы хотели сделать что-то необычное. Дети с таким интересом взялись за этот спектакль. Есть такие ребята, которые занимаются постоянно, есть такие ребята, которые какие-то делают перерывы, но при всем при том у них есть желание, это самое важное. Дети все способны, они все растут. И в вокальном смысле, и в актерском смысле. А вот одна из создательниц креативных детских костюмов – Анна Полтавченко. Я приехала из Монреаля, прожила там очень много-много лет. И в Торонто обрела новую семью – Star School. Жанна Степанова пригласила меня делать костюмы и репетировать хореографию, потому что я еще профессиональный танцор и хореограф. Костюмами занимаюсь давно, это моя страсть. Я работала в цирке «Солей». И в Монреале с удовольствием шила костюмы для очень многих групп. Алиса, Алиса, Алиса. Да-да, ребенок – это не только вечный двигатель, дрыгатель, прыгатель, кусатель, обниматель. Ребенок – это всегда талант. И это девиз Star School. Вот это наша студентка Даниэла. Она у нас не так давно, всего с сентября. Но у нее уже очень хорошая роль, потому что она здорово поет. И сейчас она немножко расскажет, откуда ты приехала и как ты там попала. Я приехала с Израиля. Мы сюда приехали как иммигранты, пытаясь жить в Канаде. Жанна решила поставить на такую довольно ответственную роль. И я надеюсь продолжить свою карьеру актрисы и певицы. Актриса и певица, вот так.